Зумрад повлияла на мою жизнь так, что мы стали более раскрытыми, научились почти всему, что нужно для того, чтобы выход в свет. Потому что, сидя в интернате, тебя ничему не учат. Но благодаря Зумрад мы научились жить и поняли, что жить нужно. И ради себя, и потому что у нас есть будущее, так как мы девушки. У нас есть дети для того, чтобы растить наше поколение и не повторять нашу судьбу. Для меня Зумрад – это поддержка.